Всем привет! Продолжаем смотреть картины знаменитых художников, интересных художников. Сегодня хочу вам показать картины и немножко рассказать биографию художника Николая Неврева. Неврев Николай Васильевич, исторический жанровый живописец, родился в мае 1830 года в Москве в купеческой семье. Рано осиротел и рано начал работать в Московском училище живописи. Ваяние из отчества поступил уже в достаточно зрелом возрасте. Ему шел 21 год. В молодости зарабатывал на жизнь как канцелярист. Посещал Московское училище живописи. Ваяние из отчества. МУЖВЗ, так оно сокращенно называлось. Занимался там под руководством исторического и жанрового живописца Скотти. Обучался 5 лет, но вынужден был оставить училище до срока в связи с тяжелым материальным положением. И так как он его официально не закончил, его выпустили со званием свободного художника. Я пользуюсь Википедией, какими-то изданиями, которые я нашел в интернете, и картины, которые я скачал, тоже в интернете. Свободный художник начал писать портреты на заказ и очень скоро стал одним из самых популярных портретистов Москвы. Критики особо отмечали портрет Третьяковой как образец глубокого проникновения художника в личность и раскрытия глубинного личностного содержания. В 1859 году Неврев получает звание классного художника. Он переходит от портретов к написанию сценок из русского быта. А в середине 70-х годов появились первые полотна на исторические темы. В 1881 году Николай Васильевич вступает в товарищество передвижных художественных выставок. И как результат появляются картины ярко-реалистичные, с глубоким социальным протестом. Последние годы своей жизни художник провел в имении Лысковщина Могилевской области. На 74-м году жизни от отчаяния застрелился. Ну вот вкратце биография художника Николая Неврева, исторического и жанрового живописца. Посмотрите картины. Все, всем пока, всем привет, до свидания.